Вальс, вечерние наряды, в зале полный аншлаг. В филармонии сегодня не концерт заезжих звезд, а особое представление – выпускной бал. Для этих юношей и девушек школьные годы остались позади. Пришло время получать аттестаты. Из 180 выпускников педагогического лицея 20 – золотые медалисты. Мы просто выпускаем большое количество. У нас 8 профильных классов, еще один класс дистанционного образования детей-инвалидов. С одной стороны, это много, с другой стороны, это нормально. Цифра, которая говорит о том, что есть дети, которые старались чуть больше других. Даже не верится, что все эти ребята на сцене – круглые отличники. Некоторые из них – победители олимпиад и международных конкурсов. Наверняка для кого-то учеба пролетела незаметно, но кому-то, чтобы получить золото, пришлось потрудиться. Я для получения этой золотой медали очень много в нее вложила знаний, труда, и последние 2 года я на нее сильно работала. Насколько могли, мы, конечно, ей помогали своими советами, где-то, может быть, полезными, где-то бесполезными, но она сама огромная трудяга. И до 2 часов ночи, бывало, не спала, уроки учила. Никто не знает, даже сами выпускники, как сложится их дальнейшая жизнь. Вдохновленные напутственными речами, многие наверняка будут подавать документы не только в барнаульские, но и в престижные вузы страны. Осталось лишь дождаться последних результатов ЕГЭ. Ирина Харитон, Александр Антропов, «Наши новости».